Здравствуйте, уважаемые зрители! В прошлом видео я рассказывал о характеристиках микроконтроллера от Atini 2313. Мы разбирали его прошивку с помощью Arduino Uno и USB ISP программатора. В видео я отметил, что данный микроконтроллер, в отличие от Atini 13, 25, 45, 85, не говоря уж о Atini 10, обладает аппаратным UART. В этом видео поговорим, что это такое, как с ним работать на Atini 2313 и какие это может дать нам преимущества. Вкратце, что такое UART? Как следует из названия, UART – это универсальный асинхронный приемопередатчик, то есть интерфейс, который позволяет соединенным друг с другом устройствам обмениваться информацией. Обмен происходит по двум линиям связи. Одна для приема информации RX, а вторая для передачи информации TX. Подключать нужно RX одного устройства к TX другого и RX второго к TX первого. Впрочем, по ходу видео я буду временами подключать TX одного к TX другого устройства, но расскажу, почему я так делаю. Важно, чтобы оба связанных устройства имели общую землю. Скорость передачи данных измеряется в битах в секунду, или сокращенно бот. То есть, если мы видим в мониторе порта 9600 и остальные значения бот, это и есть число передаваемых бит за секунду. Но так как каждый передаваемый байт, помимо бит данных, содержит еще обязательно стартовый бит, стоп-бит и иногда биты четности, то чтобы узнать, сколько байт мы передадим за секунду, установленную скорость нужно делить не на 8, а минимум на 10. Важным условием является то, что и приемник, и передатчик должны быть настроены на одинаковую скорость работы. И эта скорость должна сохраняться постоянно во время всего сеанса передачи данных. Иначе данные либо перестанут передаваться, либо будут передаваться с ошибкой. То есть в случае работы в среде Arduino IDE, скорость в мониторе порта должна быть такая же, как и при инициализации библиотеки Serial. То есть в данном случае 9600 бот. Именно эту скорость мы и возьмем за основу в дальнейшем. Существует как аппаратный, так и программный UART. То есть в том случае, если у микроконтроллера нет аппаратного UART, как, например, у Atini 13, 25, 45 и 85 и многих других, либо мы не хотим занимать аппаратный UART и организовать еще один канал обмена данных с устройством, подключается программный UART. Подключение программного UART осуществляется через стандартную для Arduino IDE библиотеку Software Serial. Об этом я рассказывал в видео про вывод данных с Atini 85 в монитор порта. Посмотрите, если интересно. Ссылка в описании и подсказках. Но в данном видео мы будем использовать аппаратный UART. Он обладает рядом преимуществ перед программным. Первое – это не тратится флеш-память микроконтроллера. Действительно, библиотека, организующая программный UART, Software Serial, занимает достаточно много места в памяти. Если мы возьмем вот такой вот небольшой скетч, все назначение которого выводить раз в секунду монитор порта букву A, то при компиляции для Atini 2313 увидим, что он занимает почти всю флеш-память. Да и почти всю оперативную память тоже. То есть места для каких-то полезных дел у нас не остается. Тут еще, конечно, много памяти отжирает совершенно неэкономичная в плане ресурсов ардуиновская функция вывода в монитор порта print, или в данном случае println. Если мы захотим вывести три строки, то компилятор вообще нам сообщит, что места в памяти для размещения скетча нам не хватает. Если мы перейдем от программного UART к аппаратному, убрав подключение библиотеки Software Serial, и изменив функцию инициализации и вызова на работу с аппаратным UART, то при компиляции размер скетча у нас существенно сократится. То есть почти 800 байт, 40% памяти микроконтроллера мы сэкономили. Но все равно места очень много занимается за счет использования ардуиновских функций. И далее я покажу, как снизить расход памяти для аналогичного процесса в 10 раз. Второй момент – это при использовании аппаратного UART не тратятся ресурсы микроконтроллера.
Здесь стоит уточнить, что они тратятся те ресурсы, которые мы рассчитываем задействовать в своих скетчах. То есть непосредственно время выполнения скетча не будет тратиться на отправку и прием данных. Данные будут поступать и отправляться в фоновом режиме. Поступающие байты данных сохраняются в буфере, пока мы их оттуда не заберем, либо их не вытеснят оттуда новые поступающие данные. Еще одна особенность использования аппаратного UART – это есть возможность обновления прошивки через USB TTL преобразователь. USB TTL преобразователь – это вот такой вот переходник с микросхемой, которая позволяет преобразовывать интерфейс USB в UART и загружать скетчи в микроконтроллер, подключаясь к портам RX, TX, питанию и земле. Например, его удобно использовать при прошивке малышки Arduino Pro Mini, у которой отсутствует USB интерфейс для связи с компьютером. И по сути USB TTL преобразователь и дополняет этот отсутствующий интерфейс, нужный нам для загрузки скетчей. Про USB TTL поговорим подробнее в отдельном видео, когда как раз я буду рассказывать о Pro Mini. На мой взгляд, в случае с Atetini 2313 достаточно варианта обновления прошивки через ESP, тем более там больше возможностей. Итак, перейдем к практике. Возьмем тот скетч, который у нас выводил букву A в монитор порта, и загрузим его в Arduino Nano. Теперь возьмем Arduino Uno, куда загружен пустой скетч. Оставляем Uno подключенный к компьютеру и подаем с нее питание на Nano. И соединяем пин TX Nano с пином TX Uno. Почему именно TX с TX? Ведь я рассказывал до этого, что TX нужно соединять с RX. Дело в том, что мы будем отслеживать данные через монитор порта, а в монитор порта выводится то, что отправляет микроконтроллер, то есть сигнал на пину TX. А так как скетч у нас загружен пустой, то сигнал мы данные получаем с Nano. То есть, если нам нужно было бы отслеживать этот сигнал с Nano в коде скетча и проводить с ним какие-то действия, естественно, я бы подключал TX Nano к RX Uno. Открываем монитор порта и видим передающиеся данные. Теперь попробуем этот же скетч, что я загружал в Nano, загрузить в Atetini 2313. Я буду использовать USB ISP программатор. О прошивке Atetini 2313 с помощью USB ISP программатора и Arduino Uno я рассказывал в прошлом видео. Обязательно посмотрите, если не видели. В платах выбираем микроконтроллер Atetini 2313. Программатор у нас USB ISP. И загружаем скетч через программатор. От Arduino подаем питание, землю и соединяем третью ножку Atetini 2313, которая у нас TX, с TX Arduino Uno. Все как делали до этого с Arduino Nano. Открываем монитор порта и видим выводимую букву A. Но надо отметить, что так происходит не всегда. Иногда возникает такая ситуация. Открываем монитор порта в надежде увидеть ту же букву A. И мы ее действительно видим, но кроме нее видим и лишние символы. То есть сигнал передается неточно. Я говорил, что скорость работы приемника и передатчика для качественного сигнала должна быть одинакова. Допускаются лишь незначительные отклонения. Но внутренний кварцевый генератор Atetini 2313 не очень точный, и отклонения в его работе могут влиять на скорость работы UART и, следовательно, на качество передаваемой информации. Первый вариант решения проблемы – добавление внешнего кварцевого резонатора. Собственно, такого же, как присутствует на плате Arduino Uno. Номинал кварца нужно выбирать из тех, что поддерживает библиотека. Я выберу тот же номинал, что и у Arduino Uno – 16 МГц. Он самый лучший в плане совместимости скетчей, если они пишутся и тестируются на Arduino Uno, а затем переносятся на другие микроконтроллеры. Согласно распиновке, кварцевый резонатор подключается к 4 и 5 ножке. Я в примере не буду добавлять положенные по схеме конденсаторы,
размещу его просто на макетной плате. Теперь нам нужно в настройках платы обновить тактирование с внутреннего источника на 8 МГц на внешний 16 МГц. Эти изменения станут доступны только после перепрошивки загрузчика. Так что, подключив USB ISP программатор к компьютеру, сначала нажимаем «Записать загрузчик», а после этого загружаем через программатор тот же скетч. Подключаем Arduino, открываем монитор порта и видим, что буква A выводится правильно, без помех. Теперь я покажу второй вариант, который не только позволит нам не задействовать кварцевый резонатор, но и сократить размер, занимаемый скетчем в памяти, примерно в 10 раз. Код написан на C, работает непосредственно с регистрами без использования ардуиновских функций. Здесь вначале определяется частота работы микроконтроллера, 8 МГц. Задается скорость работы с UART, 9600, а далее по формуле рассчитывается значение в зависимости от установленной частоты и скорости. С этим значением мы уже и проводим инициализацию UART. И далее, как и в прошлые разы, раз в секунду передаем букву A и добавляем символ перевода строки. Но прежде чем загрузить скетч, нам нужно обновить тактирование на внутренний источник 8 МГц и снова сначала записать загрузчик. После этого кварцевый резонатор можно удалить. И уже затем загружаем скетч. Открываем монитор порта и видим вывод буквы A без помех. При этом скетч у нас занял всего 118 байт, вместо 1218 байт в предыдущем случае. Вот такая вот получается экономия места. На самом деле первый и второй способ можно совместить, и в каких-то серьезных проектах всегда стараются использовать внешний источник тактирования, так как внутренний обычно не слишком точен. А скетч из второго способа даст еще и существенную экономию памяти. В этом видео я показал примеры для Atetini 2313, но информация из этого ролика пригодится и при работе с другими микроконтроллерами. Спасибо за просмотр. До встречи в новом видео.